Ола амигос, на связи Матвей. Да, ребят, видео сегодня получилось коротким, но при этом не менее интересным. Способ по установке 60 FPS Fortnite Mobile на Android через АПК снова стал доступен. Данная тема уже форсится больше недели, но ко мне в руки она попала только сегодня. Надо было разбирать контент по новому сезону в нашей игре. Но сейчас я уже готов официально заявить на своем канале, что способ по установке 60 FPS Fortnite на Android через АПК файл снова стал актуален. Так что ребята с канала, которые уже шарят за тему АПК файла, можете не задерживаться на этом видео и сразу идти к нашему телеграм-боту качать 60 FPS на ваш девайс. Конечно, не забыв поставить заранее лайк на это видео. Ну а другие ребята, которые впервые слышат про эту тему с АПК, присаживайтесь поудобнее, сейчас я вам все расскажу. К вашему вниманию представляю самый легкий способ по установке 60 FPS Fortnite Mobile на Android, который требует от вас всего лишь 2 клика и не более 1 минуты. Суть в том, что вам просто дается АПК файл Fortnite, который вы устанавливаете как обычное приложение из интернета. После установки запускайте этот APK файл, с виду это будет тот же самый Fortnite, но только на нем будет активированный 60 FPS. Ну и по сути это все. Далее вы просто заходите в настройки графики, там будут доступны 60 FPS, вы их активируете и просто наслаждаетесь игрой. Другой вопрос, как же достать этот APK файл? Тут вам на помощь приходит специально нами созданный бот в Телеграме. Там вы просто указываете, для какого устройства вам нужен APK, и он вам его автоматически выдает. Более того, он также автоматически обновляет APK по обновлениям самой игры. Да, ведь когда выходит новое обновление на Fortnite, вам также требуется скачивать новый APK файл игры, ну а старые соответственно удалять. И с помощью нашего телеграм-бота это сделать проще простого. Чтобы получить доступ к нашему телеграм-боту, вам всего лишь надо написать личное сообщение нашей официальной группы канала ВКонтакте, ссылку на нее вы найдете в описании. Если у вас нету ВКонтакте, вы также можете обратиться за ссылкой на телеграм-бота ко мне в директ в Инстаграме, ссылку на него вы тоже найдете в описании. Ну и на крайняк можно также написать в личное сообщение моего дискорда, вот мой ник. Я и моя команда всем всегда с радостью отвечает и дает ссылку любому желающему. Так что не беспокойтесь, без АПК файла никто от нас не уйдет. Также напоминаю, что нам вы можете писать по абсолютно любой проблеме, которая у вас возникает в игре. Мы работаем что-то по типу техподдержки для мобильных игроков Fortnite. Оптимизация Fortnite, консультация по игре и помощь в установке АПК файла, со всем этим вы можете нам смело писать, и мы вам с радостью поможем. Ну а пока что у меня для вас это все. Огромное спасибо всем за просмотр. Обязательно ставьте лайк, если это видео вам было полезно. Также я уверен, если вы заинтересованы в установке 60 FPS Fortnite на Android, то вы 100% играете в мобильный Fortnite. Ну а если это так, и если вы впервые на моем канале, обязательно оформите подписку. Тут вы сможете найти единственный самый лучший контент по Fortnite Mobile во всем СНГ. Да и вообще, удивляюсь, как вы играете в мобильный Fortnite и до сих пор не слышали про меня. У нас тут вообще-то самое крупное сообщество по мобильному Fortnite во всем СНГ. Присоединяйтесь, тут вам будут только рады. Также не забывайте про наилучшую поддержку меня, именно мой тег-автор Мотивкар в вашем ежедневном магазине Fortnite. Смело водите и покупайте исключительно с ним. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь я готов с вами прощаться. По традиции, с вами как всегда был Матвей, hasta luego.